Всем доброе утро, ребят. Ну что, наконец-то добавили парящий остров. Вчера я показал его на Тайване. Вам сейчас посмотрим, что у нас по акциям на английском, на других серваках. Может, что-то отличается где-то, потому что акция, которую я вам показал, реально отличается на Тайване, там, на Корее, не знаю, что там за сервак. Раз в 2 минуты можно забрать крутые награды. Не знаю, почему так сделали. В общем, поехали. Уменьшили количество пыльцы. 16. 160, точнее, что-то маловато дают. Так, смотрим, что у нас по акциям. Ладно. Книжечки. Да, что-то по пакам такое себе. Не ахти. Сменки. Так, накопление. Ну, накопление, как обычно, хорошее. Видите, лисичку. А, вот запихнули. 30 осколков дополнительно. Так, паки с провизией. Поменяли тоже награды. Ну, по сравнению, конечно, с АЭСом. Это вот все ни о чем. Так, хорошо. 1+1. Поле не так. На Frenzy Pack 1+1 действует неплохо. Pleasures Inventor. Это акция, которая... Ну, хотя плюхи довольно-таки неплохие. Правда, раз в 6 часов. На некоторых серваках можно за 10-15 минут, блин, собрать все. Так, покер, гроун, пирующие, ну такое себе. Так, дискаунт, поехали посмотрим, поменяли или нет. Замедление можно вытащить, замедление нам не надо. Так, карточка. Вот он, островок. Один, два, пять, зефир и лис. Вот так вот они его поменяли, плюс новые плюшки. Ну, будем сегодня пробовать выбивать. 4000 пыльцы есть. Так, фортуна, тандер, больше ничего. Поехали на русский глянем. У нас по русскому серверу интересного сегодня есть. Может, там что-то повеселее. Ну, блин, один осколок всего. Они, короче, на приколе реально старые. Они думают, что люди будут из-за того, что они уменьшили, больше донатить, типа. Ради таких плюх, честно скажу, нафиг надо. Так, что у нас тут? Подарок, уже подарок среды есть. Вот так вот на русском сервере. Дама холода, облик. Нифига себе, дама холода. Кровавые косы. Ну, нормально. Для русского сервера 10-я руна эмблема. Одна штука. Короче, нормально. А, 4-й есть еще. Ну, 40 осколков Леди Божество. Вот это нормальное. И облик сразу можно собрать за большой пак. Неплохо. День замка владельца. Войди в игру. Русский сервер неплохо. Мне радости даже заходить боюсь. Так, смотрим парящий остров на русском сервере. Ну, такой же. То есть они везде у всех добавили одинаковый парящий. Коллекционер героев есть на русском сервере. Вообще никакой. Как обычно, они его не меняют. Жесть. Фонтан, блок Рома. Что по рынку интересного? Временные акции запустили. Мэри. О, сегодня урники есть. Как это сегодня успеть? Надо сегодня успеть определить победителей и раздать плюхи. Ну, такое. Огник. Огник и оккультист, кстати, вот это вот неплохая тема, я вам скажу. Так, накопление понятно. Трата. Ну, в принципе, неплохой день сегодня для русского сервера, я так скажу.
Такс, поехали на английский, вернемся еще обратно. Избегаем, сейчас посмотрим Таиланд. На английском так и не ввели, как и на АС-сервере, новую этот линию обороны, ее просто нет. Что за фигня, вот непонятно. Ну, будем ждать, посмотрим, что будет дальше. Но, как видите, пока линии обороны еще таки нет. Я хотел посмотреть пак. Да, на русском сервере вот сейчас получше в плане новых героев. В плане сбора новый герой намного дешевле. Да, нету даже нового этого. Вот так вот. Кинули нас на английском сервере. Так, поехали сюда. Накопление с новым героем уже есть. Только здесь за пак у нас на английском за два почти. Ну, за один большой, я думаю, там плюхи можно получить. Так. Факсы. Ничего такого особенного нет. Все тоже. Коллекционер. В общем, такое вот утро. Будем пробовать сейчас ловить. Так, окей. Поехали, я посмотрю вчерашний видос. Идем обратно на русский сервер. Скидываем спамец. Так, спам вытащили. Окей. Бежали сюда, сюда, сюда. Че, роллим на сардельке? Фиг там. Фиг там роллим. Перейдем. Ну что, поехали, бесплаточку забираем, наемный убийца, и за 450. Ха, вот так вот. Вот такой вот, ребятушки, сегодня у нас нежданчик. Три кристаллических эктоплазма. Поехали, смотрим. Ctrl F. Внесли стекло определенный дьявол. Внесли плач оборотень, волк.
Короче, никто не это не ожидал сегодня такого трешечка. Но смотрим так по слизнякам. Смотрим так. Видите, три штучки выпало. Чем мне этот конкурс и нравится. Надо было называть зимние гадости, синие и зимние слизь. А, блин, два третьего некогда наемный убийца. Очень рядом синие слизни. Я думал, он уже угадал. Синие слизни. Три фиолетовых слизни, а тут три синих. В общем, вот так вот, ребят, никто сегодня не выиграл ни Охника, ни Зефира. Пишите комменты под этим видосом. Ждите завтрашнего розыгрыша. Всем удачи, всем пока и ждите видосика, будем выбивать.